Сегодня 26 июля 2020 года я со своими помощниками прибыли по адресу улица Пионерская, дом 20, к нашему ветерану, участнику Великой Отечественной войны Зое Васильевне. Недавно глава Красногорска вручила ей документы. Квартира, в которой она проживала по соцнайму, теперь перешла в ее личное пользование, поэтому сегодня мы хотим поздравить с этим знаменательным событием. Да, это старый округ у нас, теплый бетон. Дома здесь, конечно, не первой свежести, но управляющая компания вроде убирается. Поэтому посмотрим. Так, вот здесь у нас живет Зоя Васильевна. Управляющая компания, какая у вас? Онлайн. Онлайн? Да. Уборки много? Да. Хватает? Да. Если жители говорят, надо всегда что-то делать. Так, в принципе. С виду смотришь, вроде порядок. Вы когда убирались? Сейчас? Ну, смотрю, полы влажные. Это недавно убрали? Нет, сейчас убрал еще раз. Еще раз убрали? Да, да, утром тоже тачки убираем. Вы ЖКХ онлайн, да? Да, ЖКХ онлайн. Все. Зоя Васильевна, ой, здравствуйте. Ну, поздравляю вас. Спасибо. Год. Проходите, работы. Проходите. Это вам? Мы торт принесли. Ну, еще не хватает. Ну, что вы, ребята. Да не. Ну, давайте. Спасибо вам большое. Слишком серьезное событие, чтобы просто так вас отпустить. Ну, вы знаете, я вообще не пьющий человек. А мы только на дне. А мы тоже не пьющие. А мы никогда не пьем. А мы все не пьющие. Виталик за рулем, там еще дело. Не, я вам серьезно говорю, я вообще не пью. Вообще не пью? Вообще не пью. Ну, хорошо. Так, и чем у вас тогда? Это в первую очередь, конечно, заслуга главы Эльвиры Мудалбаревны и Шувалова Михаила, который, да, за все это дело. Да, мы, получается, как год назад узнали о вашей проблеме, вот этой, старались напоминать, старались как-то контролировать вот эту ситуацию, да. Поэтому я еще раз, да, хочу подчеркнуть, мы же не администрация, вы нас выбрали, ну, точнее, меня, получается, в лице там моей команды. Спасибо вам большое, я теперь буду спокойно спать. Вы имеете в виду, то есть, если какие-то есть варианты у вас по ремонту, то есть, если что-то надо изменить, вы смело обращаетесь. Управляющая компания нравится вам, как работает? Сейчас вот женщина какая, вот у нас целый день здесь они трудятся, чего-то все чистят. Сейчас здесь, получается, есть и ДЭС, и ЖКХ. Сейчас мы встретили как раз ЖКХ онлайн, ну, посмотрел, уборка достаточно такая качественная, она целый день сегодня. Если проблемы тоже будут по управляшке, то вы имеете в виду, потому что мы им сказали, что здесь живет ветеран, участник боевых действий, чтобы моментально вообще вы реагировали на все. Потому что, сами понимаете, управляющая компания. Вы знаете, что я вот старый стал уже. А на ванну тяжеловато будет. Нет, вот можно ли здесь нет души сделать? Нет, душу, наверное. Душу, конечно. Только мы можем приступить только где-то через две недели. Да можно нет, это не важно, хоть через год. Хоть к Новому году. Не-не-не, мы вот давайте на конец июля. С учетом того, что сколько мы всего пережили, вот. Очень немного, знаете, тягостно, что это поздно прошло, но самый главный результат. Неважно, самое главное, что вы все-таки получили, это ваша квартира. В любом случае, я 10 лет, ребятки, плакала. Ну, 10 лет, получается, 10 лет вы ждали, и наконец-то вот все это случилось. Спасибо вам, Господи. Вот вы знаете, ко мне приходил с ребенком. Это кто? С ребенком кто? Может, я приходил с ребенком. Ты приходил? Наверное, да. С мальчиком. Да. С сыном я приходил, да. Это вы. А я. Я всегда звоню вам, и мне так стыдно было всегда звонить, когда целый год. Я все равно так или иначе связывался. Ой, и думаю, ребята, когда. А я, вы знаете, такая память. Еще вы мне всегда. Ой, вы меня извините, я помню, вы тогда мне звонили, тоже говорите, мне так неудобно, вообще просто неловкая ситуация. Тогда вот с этим, а еще приходили ко мне трое мужчин, это откуда они приходили? Это тоже мы, это в прошлом. Это мы же все приходили. Это всегда мы. Да, нет. Трое мужчин, первый раз. В форме, бабушка все вспоминает, в форме приходили. Я был в пиджаке и в медалях. С медалями, да. Это год назад, мы к вам пришли отдельно поздравить, и вы мне тогда сказали, что вы хотели ко мне обратиться. Мы выслушали, взяли все ваши документы, начали эту ситуацию прорабатывать, потом немного отпустили. Это вы. Это я. Да. Бабушка, вот настоящий герой, это вот.
Ну нет, ну... Но начал и как танк шел для решения этой проблемы, вот, ребятки. Нет, ну, я вам еще раз хочу подчеркнуть, что это в первую очередь заслуга главы Красногорска. Наша задача была просто как бы контролировать и постоянно напоминать, понимаете? Она меня сказала, ему лучше называть меня Мирой, говорит, это самое, в любое время. Ну, отнеслась она. Во-первых, она мне очень понравилась как человек. Я еще не только, что она мне там что-то сделала, да? Это вы делали. Но дело в том, что когда она вручала мне медаль, и вот она подошла, и я посмотрела на нее. Во-первых, она отчитывалась. Нет, и я вам скажу, это когда она отчитывалась, смыла. Я думаю, какая же честь. Я 10 лет здесь живу и всегда посещаю всякие вот эти мероприятия. Но у нас никогда никто не отчитывался, по-моему. А эта так хорошо говорила. И потом подошла и тоже поздравила, вручила мне медаль. И... мне она очень понравилась. Как женщина такая, она вроде очень такая добрая, мне кажется. Вот сейчас она, может быть, еще не так заметна. Но пройдет какое-то время, и вы вот лет через 15, вы своим детям будете рассказывать, что вы сидели за столом с таким удивительным человеком, с таким ветераном, потому что их осталось на пальцах. Да, вот. Конечно. Перед вами совершенно удивительный человек, человек необыкновенной судьбы, бесконечного трудолюбия, человек, который для Родины, для нашей сделал столько, что, наверное, на троих бы хватило. Огромное вам спасибо. Вот знаете, смотрю на вас и понимаю, что у нас есть нормальная молодежь. Есть, а я их люблю. Есть толковые ребята. Я от всей души благодарю вас за те хлопоты, за ту беготню, за внимание, за понимание в решении глобального вопроса для нашей семьи. Я говорю, глобальный вопрос, то, что решила глава нашего округа, да, и Михаил Николаевич Шувалов, который тоже во все это вник, вот так и вот все это сделали. В первую очередь, это их заслуга. Тут же не пишут. Давайте. Все, с новосельем еще раз. С новосельем. С новосельем, бабулечка. С новосельем. Угу. Да. Ура. Я не пью.